Друзья, снова всем большой привет, с вами Страйкс, мы играем в No Man's Sky и полетели. Вон, видишь, сколько подписчиков летает. Полетели. А сейчас мы сгоняем вот сюда, выучим еще руины вот эти. И, воу-воу-воу, водичка. Там была водичка, прикинь. Водичка, была водичка. Вроде как даже подводные базы можно строить, но... Пока что нам далеко до баз. У нас бомжи-коробка стоит. Я бы сказал, сарай деревянный. Космический сарай. И пока что мы не нашли другие технологии. А, хотя, погоди. Можно еще одну. О, смотри, какая интересная реликвия. Сейчас мы, короче, какой-то целый букварь, наверное, выучим. Судя по мощному этому самому. Так. Как его? Ну, короче. Может, нам создать этот сканер и просканировать эту планету? Посмотреть, есть ли тут еще что-то полезное в плане этих артефактов. Тревожный сон. Теперь я больше знаю о геках. Так, включил. О, там внутри что-то есть. Нет? Какие-то баночки. А, там у нас не было крыши. Друг, гек, друг. Слово друг. Друг, не друг. Куда бы нам сейчас отправиться? Погоди, давай просканируемся. Что тут вообще есть? Медь, вот. Вот, собственно, что я хотел. 300. Не так-то близко, конечно, но... Давай отправимся, чтобы нам не тратить этот наш звездолет. И заодно нам нужно здесь раздобыть этот, как его, кислородик, ребят, или иначе сдохнем. Иначе будет кирдык нам. CO2, ой, точнее CO2. Восстановение меня полностью, пожалуйста. О, все, я теперь спокоен. Как не знаю кто. Погнали. Сейчас мы выкопаем вот эту штуку. И будем думать, что с ней делать. Либо она нам даст еще... Так, погоди, куда я бежал? Ага, и вон там модуль. 700 вот сюда. А либо она, ух ты ж, поднимусь я потом, да, поднимусь нормально. А, либо она нам даст какое-то открытие по базе, и мы будем думать, либо его качать по базе, ну там может быть какую-нибудь платформу для приземления или, допустим, платформу для постройки машинки, было бы неплохо, да. И о, погоди, полегче. Мы теперь знаем, что вот эти все сканирования нужно производить, потому что они дают нам валюту. Здесь неправильный перевод, я думаю, что каким-то этим хотфиксом его пофиксят, короче говоря. Вот это вот, вот эти вот наниты, скопление нанитов, вроде как неправильно нам отображает. Вот, идет сканирование, смотри, сейчас что напишет. Вот, мне пишет, что дали баксы, вот такие перевернутые, вот, как будто юниты. На самом деле мне дали наниты, ну точнее не дали, а как его, пешечка. И вот, я только недавно это увидел. Можно загрузить.
Вот, и загрузить. Но у нас нету. Вот это я уже загружал. Ну, короче, 217, видишь? Все добавили. Ну, короче, погнали. Так, вот эти я плантации сканировал, нет? Пятьсот двенадцать. Ну там, конечно, не 512. Вот смотри. 217. Мы какую-то траву. Видишь? Траву. Можно продать. И заработать 5 юнитов написано. Смотри, на самом деле, видишь, 217 было, стало 222. Ну, короче, ты понял, да? Вот, ставь лайк, если не знал. Я сам не знал. Только недавно увидел. Так, тут какая-то хренота. Извините меня за выражение. А, вот она. Так, джи, пожалуйста, мне. Температурная защита стабилизируется. Так, одна штучка. Ой, точнее, не одна, а три штучки. 150. У нас там 600, почти 700. Но мы будем, ребята, сейчас смотреть по обстоятельствам. Давай, погнали вот сюда. Надо обязательно их все прочекать. Так, у нас там температура не стабилизируется ни хрена. Погнали. Пока пусть кораблик отдохнет. У нас, в принципе, ноги есть. Нормально, мы бегаем. Сейчас мы еще выкопаем. Стабилизируется. Нормально все. Сейчас мы еще хотя бы парочку выкопаем. И продать мы их всегда сможем. Но мы слетаем на нашу планету и попытаемся сделать что-то на базе, наверное. Так, тут у нас что? Достигнуто. Технология. Итого у нас уже 5. 250, если продадим. Давай посмотрим, есть ли что-то тут еще. Вон там. Есть, а где наш корабль? А корабль у нас вот здесь. А, погоди, только что я выкопал. Вот здесь только, если. 100 с чем-то. Или погоди, или я здесь выкопал. Нет, тут так близко. Так, а я поднимусь вообще сюда? Надеюсь, поднимусь. Ну, в принципе, я могу прокопать вообще всю эту вселенную, блин. По сути, у нас это терраформер. А, слушай, тут прям две рядышком были. Ой, тут целых две, такого я еще не видел. Вот это... А, скопление нанитов. Что-то... Сразу нам дали вот эту штуку, смотри. То есть не во всех получается. Или это что такое было запрятано? А, это просто было... Да нет, то же самое. Так, ну вот больше я таких не вижу. Все равно 5 штук это много, это достаточно неплохо. Мы сорвали куш. Есть еще медь, можно меди набрать. Но давай вот это вот все-таки добьем. 300 с чем-то. Может, мы там что пропустили, и было 2 куска, а не один. Будет весело. Вот тут сколько. Хочешь этим. Чем хочешь, тем и заряжай, называется. Так, вот это у нас это. А, нет, это не то. Я уж думал, это кремний. Ой, не кремний, а как его. Или кремний. Короче, там какая-то фигня нам нужна была.
Так, а я правильно бегу? Ну, почти. Все в горах. В принципе, джетпак у нас сейчас прокачанный на одну ячейку, да? У нас, по-моему, лучше стало. Повыше нас поднимает. Больше нет, только один. Еще два штука. Итого 350. 350. Неплохо. Вот, еще один есть. Ух ты ж. Вот это класс. Вот это мне нравится такое. Беготня. Даже если мы не будем продавать, хотя 350, конечно, вкусненько, мы сможем это все дело... Здорово, чувачок. Чем-то там его можно было покормить. Даже если мы не продадим, мы в базу вкачаем, и у нас будет уже прокачанная база. По крайней мере, мы сможем создавать это. Можно и не строить, но как бы технология у нас будет изучена. Но я бы построил какой-нибудь грузовичок. Единственное, жалко, его нельзя с собой забрать. Он вроде как на планете остается, и все. То есть, если мы там живем, то мы там живем. Но перемещаться будет уже веселее, потому что это не корабль. Так, копаем. Еще две штуки, ребят. 9 штук. 450, если мы. У нас будет лям. У нас будет наш первый миллион. Если мы продадим. А если продадим, уметь. Механизм. Еще одна штука. Да что происходит? Две штуки. Еще две штуки. Мы сегодня по... Угораем просто потихоньку. Что-то что зарядил, что не зарядил. По модулям, ребят, угораем. И это очень клево, потому что модули нужны, важны и к тому же очень дорого стоят. Полтинник за одну штучку — это круто. Да ладно. Три штуки сразу. 600, ребята. 600. Ух ты ж. Чуть не напугал меня. Так, что-то я хотел тут еще видел. Все сканируем. Все нужно, все ресурсы. Так. Тебе я знаю. О, они стадные. А где еще? Тут я два. Два штуки. А, вот оно. Побежали. Спасибо, ты меня восстановишь. Минус две полоски, видите, у нас хпшечка. Сейчас мы все пособираем. У нас уже 12. Так, так, тут надо аккуратнее. Тут что-то может исключить. Так, а я вот этот вот цветочек изучал. Оу, углерод, кислород сразу, нифига себе.
полезная. Полезная штука. Ух ты! Чуть не пропустил. Ты скажешь, вот Стрекс вообще под впечатлением, да? Но пока что ребят радует. Так, этого паса у нас нету, поэтому нас не пустят. Пока что радует. О, дал... А, я уж думал, я нашел атлас. Я уж хотел просто ссать кипятком на монитор себе. Я думал, я этот паспорт нашел, этот атлас. Интересно, его можно найти? Так, он тут один. 25 на счет перечислили, но все равно мы 600, мы 12. Нам еще 3 штуки, у нас будет целый стак. Так, вот этот цветочек, по-моему, я не сканировал. Еще одна штука есть. Две еще штуки, ребята. У нас просто день модулей. Мы либо это все продаем. Либо мы прокачиваем на полную базу. И сможем строить уже какие-нибудь ништяки. Нормальные такие. Прилетим обратно на базу и построим. С одной стороны, привязываться к какой-то планете я не хочу. А с другой стороны, почему бы нет? Да? Раз базу можно строить, почему бы нет? Я люблю базу строить. Любишь базу строить? Пиши в комментариях, если любишь базу строить. Мне всегда нравится базу строить. Вот корабли, к примеру, я не люблю строить. Я лучше его за какой-нибудь блюпринт или еще какой-нибудь херню. Вот. Или купить. А вот базы мне почему-то прикалывает строить. Так, еще одна технология. 15 стак набрали. 750, ребят. Мы сейчас на одних технологиях можем лямчик себе сделать. Так, сканируем. Это кто такие вообще? О-о-о. А, они у нас красненькие. А это значит, они могут напасть, наверное. Так, а где у нас еще? Тихо-тихо, я надеюсь, не ко мне бегут. Тихо-тихо-тихо, отвалите, пожалуйста. Я боюсь вас, букашки. Вы там целой толпой можете напасть на меня. Так, мы уже далеко от своего космолета. Но... Еще 3 штуки, ребята. А, нет. А, да. Еще 3 штуки. Так, 900. 900 тысяч у нас. 900 тысяч космических долларов. Богатая планета. Сюда еще можно бежать. И там еще есть. Либо мы бежим вот за вот эту гору. 300. Так, что это было? Что это было? Что-то я сейчас только что сканировал. А, вот это. Так, направо, налево. Наверное, налево. Солнечный вью. Это что такое вообще? Я такое еще первый раз вижу. Давай сюда, наверное, побежим. Ой, подожди, своя метка? Так, побежали. Так, во-первых, забираем кислородик себе. Очень крутая планета, ребят.
Здесь и кислород, и всякая живность. В общем, одним словом, тут прямо житуха. Вот здесь бы можно было бы, наверное. Но она, правда, жаркая планета. Видите, мы же паримся прямо. Можно сказать, паримся. Но все тут есть, все подбирается, поэтому... Легкотушечки. Бежим за этими модулями. У нас уже 900 тысяч потенциальных. Но если мы все это дело сможем просканировать, мы сможем очень много найти. Ух ты ж! Это что такое? А, я такой, походу, сканировал уже. Так, давай сюда. Мне придется... О, тут даже... Так, придется спуститься вот так. Еще две. Ну, короче, лямчик у нас. Ровно. Ровно лям. А куда еще? Здесь у нас всякая трава, мурава. Ну, собственно, побежали, наверное, к нашему самолету. До него, правда, далеко, но мы побежим. А тут еще мало ли чего бывает. Всякое бывает. Сейчас, наверное, полетим. Нам что вообще надо? Создайте антиматерию. Включить фонарь. Могу включить фонарь. Так, тут какими-то горами бегаю. Альпинист, короче. Космический альпинист. Я вообще самый первый, наверное, на этой планете. По-моему, когда открываешь в галактике в этой... Там же дохрена планет. По-моему, когда открываешь первый, тебе дают какие-то бонусы. Насколько я знаю. Так, здесь никакой штуки не могу просканировать еще. Нет. Это хорошо. Так, а у нас... Саланит? Оу. Какой-то там саланий. Смотри, сразу же страж летит. Он охраняет планету и всю живность, чтобы особо много не собирали. Вот это мне нравится. Сразу углерод. Вот вообще, когда двойные будут. Двойные очень классные. И то сразу собираешь. Не трати себе этот самый время, скажем так. Так, мне надо куда? Мне надо вон туда. Так, ящики, много ящиков, ребята. Куча ящиков. Так, снаряды. Это можно подарить. Это и тоже можно подарить. Сколько тут всего, да? Всякой всячины. Изучай не хочу. Для тех, кто любит изучать, ребят. Пока что все интересно. А, так,
я пролечу этот кратер нормально, чтобы так. Тихо-тихо, аккуратно. Бежим. 140 осталось метров. И мы будем на своем корабле. Так, давай соберем вот эту штуку. Все, отлично. Мы дохренища нашли, ребята. Просто дохрена. Так, точка восстановления есть, отлично. Я уж обосрался, пока ли бежал. Думал, не дай бог, что-нибудь случится, и все, кирдык. Ух, смотри-ка, 20 штук мы нашли технологий. 20, Карл. Вот эту штуку можно впарить им, либо продать за 50. У нас уже почти 2 ляма, если вот это все говно продадим. И... Что нам просят вообще? Создайте антиматерию, соберите ингредиенты, добыть... Да погоди ты, я прочитать не мог. Я же... Включить фонарь. Добудьте из меди с помощью портативного очистителя. Найдите медь, усиленный сигнал. Так, а медь, по-моему, у меня осталась в этом, нет? В нашем... Нет, тут не осталось. Так, ну придется тогда покопать еще меди. Давай-ка мы покопаем меди. Где у нас тут медь? У нас где-то полно тут меди было. Фосфор. Медь. 200 поближе есть что-нибудь? Поврежденный механизм. Ох, еще одна штука. Восстановление здоровья. Медь 600. Пальму сканирую. Так, здесь у нас медь 800. 700. Фосфор. Оу, у нас тут опять что ли? А, это я уже открыл. Это у нас уже активно. Пойдем вот эту штуку соберем. И сейчас сгоняем за медью. И опять сколько-то там шагов намотал. Турист! Я турист. Так, давай смотреть, где у нас медь поблизости. Медь. Далеко. Цветочек. Фосфор. Фосфор, конечно, тоже было бы неплохо. Я не знаю еще, что из фосфора делается. Вот, медь. Погнали, мы меди накопаем. Потому что нам она в любом случае нужна, а на нашей планете ее нет. Ну, точнее, она есть, но там как-то что-то ее в последней серии мы не находили нифига медь, поэтому... Уж лучше тут, здесь офигенно как все добывать, здесь очень-очень крутая планета. В плане добычи. Так, сейчас только этот чебурек от нас отвалит. А, погоди, я это смогу вообще? А, она закопана что ли? Подожди, медь. Какой-то глубине. Это соль. Погоди, а где он ее медь? Мне пока. Не, ну меди тут нету. Что-то он мне наврал.
Медь, она же по-другому. Ну давай вот 300. Погнали. Сейчас меди наберем. 300 не так далеко. Так, вот еще. Залежи всякие. Очень крутая планета, ребята. Там, наверное, как говорят, чем дальше, тем легче. Во, вот это я верю, что это медь. Это я уже знакомое нашел. Это я уже такое находил. О, так, а вот это что за штука такая? Кристалл нитрат натрия. Ну, слушайте, прикольная планета. Здесь, правда, жарко. Нам нужно какой-то климатический модуль поставить себе. Еще на скафандр. Так, давай остановимся. И мне интересно, что у нас здесь. Технология, давай. Нам надо стак по-любому. То есть, правда, стака вряд ли будет. Так, сейчас это остальное посмотрим. Вроде как все, да? Достал все, что мог. Сколько? Где медь? 87. Это у нас сколько получится? 160, 174. Ну, не очень-то много. Извини, я тут ворую, цветочки ворую, отстань, девушке дарить буду. Отвали, железяка, ты бесчувственная. Подписчице, может быть, подарю. Цветы желтые. А он, блин, нападает сразу. Так, давай, летим, ой, этот, бежим к нашему. Так, а вот это что за плашка такая? Фосфор, давай фосфор наберем, я не знаю, сколько там надо. Если что, продадим. Ну, вообще нужен, нет? Я первый раз его добываю. Понятия не имею, куда он идет. Но тут в игре может пригодиться всякая всячина, поэтому никто не застрахован как бы ни от чего. Никто не знает, что вообще пригодится, а что нет. Так, ну что, погнали. Все, добыть хром 25, это нам надо 50 меди, нам хватает. Погнали, теперь мы, так, со взлетом у нас все нормально. Полетели, очень классная планета. Нам на одну посадку буквально. Но у нас там на планете есть все, что нужно. Поэтому полетели. Домой полетели. А, погоди, мы же варпнулись. Ё-моё. Стопочки. Мы же варпнулись. У нас нет ячейки. Мы обратно домой не сможем попасть. Я застрял в этой гребаной космической херне. Так, чтобы нам... Это получается, нам надо вот эту штуку. Так, пыль. А вот это что? Антиматерия. Антиматерию теперь я сам могу создавать. А нам получается все равно на Земле ставить эту штуку, усилялку. Иначе я сжатый углерод-то не... Ой, это хром-металл никак не сделаю.
А у нас с собой только вот это. Надо было ту перерабатывающую фигню тоже сделать. Ладно, давай тогда сюда перекинем то, что нам пока не надо. Так, вот это состакаем. Ну, что у нас еще тут вообще? Ага. Вот это, чтобы у нас было место, куда что пихать. Так, давай, наверное, взлетно-посадочную. Технология заряжена. Что еще сюда перетыкать? Перит вот этот перетычем, потому что он сюда вроде как. Да. Технология заряжена. Либо уран там еще. И давай перекинем, наверное, вот эти штуки. Мы освободились. Во, теперь можно создавать. Нам не хватит. Так, мы там не падаем случайно, нет? Нет, мы вроде как парим. Это радует. Нам нужно что? Нам нужно все равно вот эту штуку создавать. А, я так не посмотрю, с чего она делается. По-моему, нанотрубки. Контейнер пыль. Хорошо, придется сесть. Мы заправились, поэтому, в принципе, нет. А тогда пойдем, знаете что, полетели-ка мы. Возможно, найдем какую-нибудь посадочную. Сейчас полетаем. Хорошая планета. Очень богатая такая. Но жаркая планета, так что. О, можно вообще туда сесть, там может что есть интересно. Так, могу с сканером пройтись. Такой звук был, как будто я что-то грохнул, да? Так, а зеленая, ух ты. Я, кажется, нашел райское место для базы. Сейчас мы полетаем немного. Может, что еще найдем? Смотри, какие кратеры интересные. Правда, оттуда взлетать не особо удобно. Давай, показывай мне. Планетка. Показывай свои эти. Залежи всякие. Так, ну давай где-нибудь вот здесь приземлимся. Я думаю, что нормальное место. Хорош. Сейчас посмотрим. О, молодец, Страйкс, прям в кирпич. Конечно же, парковка супер-пупер. Так. Страшно. Так, мне нужно что? Мне нужно создать эту штуку. Вот это. Металлическая обшивка. О, я фосфор даже добываю. Вот видишь, когда планета такая богатая, тут в одном компоненте сразу два. А, блин, хитрый такой, я обшивку-то не сделал. А, нам даже не хватает.
Нам даже не хватает. Так, обшивочка. А на это тоже надо пыль. Одной штучки причем не хватило. Сейчас мы сразу контейнер сделаем вот этот. Все, и останется только медь. Так, ну что, ставим вот этот. В смысле, не могу. А, близко нельзя. Так, закидываем сжатый. Давай медь. Перерабатывай на всю катушку. Я пока посижу здесь. Так, пока он там перерабатывает. Порядок пока наведем. Натрия дофига. Так, сжатый углерод. Блин, а я зря его закинул. Ну ладно, у нас углерода много. Можем сделать. Сколько надо, подожди, 20? 20. Я, по-моему, 20 и закинул, блин. Зря закинул, сжатый. Надо было разжатый. Так, давай тогда еще 20 углерода. И это будет всего лишь одна варп-ячейка. Вообще желательно сразу много создать, конечно. Оу, близко. Блин, только я хотел убежать, он сразу, мол, забери. Так. Создаем антиматерию, создаем варп-ячейку. Эту штуку можно забрать с собой. Залази сюда. И эту штуку, ой, не то. Вот эту штуку сюда. Можно ее перетащить. Нет, не могу так поменять. Печально. Так, ну нам на один раз 20, я так понял. У нас же было 20, так что на один раз. А побежали мы. Заберем вот эту штуку и летим домой. Летим домой смотреть базу. Смотреть, что у нас там по базе можем сделать. Но это уже будет в следующей серии, потому что в этой серии мы дохрена нашли новых ништяков. Вот этих модулей, это просто модульная серия. Я, наверное, так ее и назову. Потому что модулей мы нашли 20 штук. Это будет 21-я, получается. Если это будет одна. Так. Прямо туточки. Прямо туточки. А, нет, мы не нашли больше. Ну и ладно. Так, можно к вот этой шняге еще сбегать. Прикольно, пока не надоедает, можно бегать и вот эти все ништяки собирать. В дальнейшем, я думаю, что будет машинка, будет попроще. Потому что на машинке вроде как установлен такой же модуль собирательный, как и у нас. Мы сможем, как говорится, не выходя вообще никуда. Натрит натрия. А у нас нет натрита? У нас просто натрий. Это надо эту штуку ставить.
чтобы натрит получить. Оу. Открывай. Еще один кинжал. Это мы все подарим этим самым. Мы сейчас даже, знаете что? Мы сейчас... Вообще полететь нам даже бы... А, ну все равно нам в нашу систему надо возвращаться. В торговую точку бы нам залететь сначала. К торгашам. Сбагрить все ненужное. Но, опять же, вот эти штуки я бы не продавал. Хотя у нас там на целый миллион. Ровно миллион у нас. Все, бежим обратно. Клевая планета, но нам придется отсюда свалить. Все, валим. В космос. А я с вами, ребят, прощаюсь. В следующей серии мы продолжим, поэтому не расходимся. И приходим на следующую серию. Подписывайся, комментируй, ставь лайки. И я жду тебя на новых видосах. Пока-пока.